Доброго ранку, мы из Украины. Сегодня снова продолжаю делать новости про украинский футбол. Сегодня есть о чем поговорить. Это о футболе, который состоится 7 апреля, где сыграет Динамо в рамках юношеской лиги чемпионов. Ну и, конечно, поговорим немного о трансферах на выход, ну и даже на вход. Друзья, также хочу напомнить, что у меня есть телеграм-канал, в котором я чаще публикую новости и публикую важную информацию. Поэтому, чтобы быть ближе, подписывайтесь на меня. Ссылку я оставлю в закрепленном комментарии. Наставник Шахтера Роберто де Дзерби входит в шорт-лист на пост главного тренера сборной Италии после того, как они вылетели с чемпионата мира. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. Нынешний наставник чемпионов Европы Роберто Манчини раздумывает над возможной отставкой после того, как команда не вышла на чемпионат мира 2022. Президент Федерации футбола Италии Габриэлла Гравина надеется сохранить Манчини, но уже ищет ему замену на случай отставки. Кроме Де Дзерби в шорт-листе находятся Дженеро Гаттузо и Фабио Коннаваро. От себя добавлю, что в принципе такое возможно, потому что у Де Дзерби большая зарплата, и я мало верю в то, что Шахтер будет сохранять такого тренера, которому приходится платить около 3 миллионов евро за сезон. Что касается самого Де Дзерби, то когда вообще тренеру предлагают, ну если предложат возглавить сборную, то всегда, конечно, очень хочется возглавить родную сборную. Поэтому если такое предложение будет для него, то он с радостью согласится и будет просить у Шахтера, чтобы его отпустили. Футбольный менеджер Днепр-1 Глеб Платов рассказал о деятельности клуба во время войны и сообщил, что легионеры и большая часть молодых футболистов уже находятся за границей. Большинство легионеров уже ушли в аренду. Важно, что каждый из них выразил однозначное желание вернуться в наш клуб после победы Украины. Также руководство клуба решило максимально содействовать футболистам до 18 лет и помочь им оказаться в безопасности, а также их матерям, младшим братьям и сестрам. И, конечно, у них есть возможность продолжить футбольное развитие. Большую группу принял польский Видзев. Спортинг для всей группы арендовал целый дом. У них есть жилье, питание, тренировка. Группа игроков поехали в финский Хойк, болгарский Лудогорец. Сейчас организуем выезд футболиста в венгерский Ференцвараш, а также в австрийский клуб системы Red Bull. При этом уже есть первые очень положительные отзывы об уровне наших футболистов, которые выглядят очень солидно на фоне своих сверстников. Многие были даже удивлены. Это очень радует и доказывает качество нашего тренировочного процесса. Верим, что скоро мы победим и сможем его восстановить. Колишній голкіпер Динамо Артур Рудько повертається в український чемпіонат. Як повідомляє ТАТО Таке, з нового сезону Артур Рудько гратиме за металіст. Контракт голкіпера з харківським клубом діятиме 4 роки. Останні 3 сезони екс-воротар Динамо виступав за кіперський Пафос, де був основним. Від себе хочу додати, що, напевно, домовлення щодо трансферу було ще до війни. Ну, а офіційно контракт буде підписано лише з початку нового сезону. Также, что касается металлиста, то недавно они сыграли товарищеский матч с чемпионом Турции позапрошлого сезона «Истанбул», где выиграли со счетом 2-1. А вот главный тренер команды Александр Кучер рассказал и предложил, что игроки, которые сейчас находятся без практики, могут спокойно присоединиться к металлисту, чтобы тренироваться и, возможно, готовиться к матчу против Шотландии в июне. И вот один такой футболист уже присоединился к металлисту. Это Ярослав Ракицкий, который хорошо знаком с Александром Кучером по игре за «Шахтер». Позавчера он даже принял участие в товарищеском матче против чемпиона Турции Стамбула, где харьковский металлист победил со счетом 2-1, а дублем отметился Руслан Фомин. Кстати, в этом случае я даже не исключаю тот вариант, что Ракицкий, у которого сейчас нет клуба, может подписать контракт с металлистом. Но не исключаю и тот вариант, что, не дай бог, если война затянется, то он может найти какой-то другой клуб, например, любой клуб из Турции. Кстати, напишите в комментариях, хотели ли бы вы видеть Ярослава Ракицкого снова в украинском чемпионате. Также хочу немного поговорить конкретно о футболе, ведь повод действительно есть. Киевская «Динамо» U19 возобновила тренировки и готовится к матчу юношеской лиги чемпионов против «Спортинга». На тренировках присутствует Мирич Луческу, его помощник Эмилиан Карас. Также присутствует капитан первой команды Сергей Сидорчук. А недавно подопечные Игоря Костюка провели первый матч с начала войны с Россией, встретившись с одногодками из ТЯО. «Динамовцы» разгромили соперников со счетом 5-0 благодаря голам Виктора Близниченко, Назара Волошина, Дмитрия Мельниченко, Кирилла Попова и Игоря Горбача. Матч против «Спортинга» состоится 7 апреля на стадионе бухарестского «Рапида», который совсем недавно открыли. Я думаю, что мотивация у молодых футболистов будет просто запредельная, и будет просто здорово, если они подарят нам победу. Это будет такой маленький приятный праздник для любителей футбола.
Также еще вот о чем хотелось бы поговорить, это об интересе Вест Хэма к игрокам Шахтера Ласина Траоре и Давида Нереси. Конечно, эту информацию опубликовало издание The Sun, которое принято считать достаточно желтушным, но все равно, я думаю, что-то в этом есть. Потому что и Давид Нерес, и Ласина Траоре – это, так сказать, большие активы Шахтера, которые могут в случае чего, возможно, спасти Шахтер от возможного исчезновения. Правда, такие трансферы не произойдут сейчас, а все потому, что АПЛ не будет подписывать игроков с украинского чемпионата. Непонятно почему, почему вони так рішили. І наостанок, дякую, що дивитесь мої відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. І слава Україні!